Так, сегодня 25 августа, день, когда перевезли всех пчел на зимний тачок. Возили бусиком за 3 раза. Пчелы переехали хорошо, перевозили с открытыми литками. Спокойно, красиво. Ну, они даже не злые. Привезли их, они облетываются. Должно им тут понравиться. В вторых корпусах мед, в первом корпусе гнездо. И в общем все отлично у нас. Расставил ловушки для ос с кислым медом. С кислым медом. Посмотрим, будут осы ловиться или пчелы. Может, даже пчелы будут ловиться. Не знаю. Если будут пчелы ловиться, поубиваю. Поилочка. Эту поилку поставил сегодня, тут еще мало пчел, а здесь стояла уже позавчера, здесь уже больше пчелы. Сюда вкинул сольки чуть-чуть, положил, посмотрю вот сюда соль, посмотрю, будет ли пользоваться спросом. Все, удачи!